Столица Чувашии подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по направлению машиностроения. Участие в состязаниях принимали студенты трех СУЗов республики. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, автоматизация технологических процессов и производств, технологии машиностроения. Участники соревновались по трем специальностям. Конкурсанты разработали 3D-модели деталей, спроектировали мнемосхемы, смонтировали и запустили установки, имитирующие работы автоматизированной системы. В итоге победитель Артем Халманов отправится представлять республику на заключительном этапе Олимпиады. Она пройдет в конце мая в Саранске.